Вот, приехал 3-й полк, 3-й батальон с Пензы. Сначала мы жили вот в таких самодельных палатках. Özünü dünyanın ikincisi adlandıran Rusiya ordusunun biabırçı və acınacaqlı durumu haqda demək olar ki, hər gün hansısa material yayımlanır. Döyüş qabiliyyəti və texnikaları bir yana, bu ordunun adi maddi təminat məsələsi də dünya ictimaiyyətində görüş hədəfinə çevrilir. Penza vilayətindən gələn bu işğalçılar mal tövləsində yaşayırlar. Yerdən saman sərib yatdıqlarını deyən ruslar hər tərəfin yaş, özlərinin də xəstə olduqlarını bildiriblər. Пошёл дождик. Пришлось переехать. И то прежде чем пошел дождик. Был коровник раньше здесь. Сейчас заехали вот в другой коровник. Все, блядь, уже заболели. Все мокрые. Вон там ребята. Ну это я хуй, типа, блядь, загон или что тут. Ходим, блядь, по говну. Тут вон тоже, ребята, все тут намастерили, блядь. Ни окон, ни дверей, блядь. Все, блядь, открыто. Мокро. Тут вот спим мы, блядь. Солому кинули на бетон. Люди вон некоторые, блядь, в проходах спят. Вот, блядь, наша, блядь, армия, нахуй, мобилизована, а. Сушиться негде, блядь. Но это еще только начало, там есть еще другие ангара, блядь. В таком же говне живем, блядь.